друзья, это Сергей Мартынец, Виктория. Они сегодня здесь присутствуют. Виктория, наверное, лучше, да? Вот. Это человек, который тоже очень быстро, они с Викторией вышли на уровень, но это яркий представитель малого бизнеса. Сергей занимается флэрингом, бармен-шоу. Бизнес полностью завязан на нем. Когда мы начинали, то есть на его физических, да, то есть не только на его каких-то способностях, но еще и на физических, то есть если Сергей физически будет здоров, с бизнесом будет все хорошо. И еще это завязано территориально, так как он известен в кругах Днепропетровска, в других городах меньше, но в основном в Днепропетровске. И именно поэтому он занимается бизнесом ЛР. Вика была беременна, когда они стартовали в бизнесе, но на пятый месяц, по итогам четвертого месяца, они получили Volkswagen Polo. И я вам скажу, что несмотря на то, что у них совсем маленький-маленький малыш, Викуся сегодня здесь с малышом, и на прошлом бизнес-дне тоже в июне она тоже была с малышом, и она проводит презентации, присутствует с ребенком. И это тоже большой пример того, что ребенок не помеха. Сергей Вик – это пример тех людей, которые имеют маленький бизнес, знаете, вот бизнес, который постоянно держит, который постоянно завязан на них. И люди, которые это понимают, просто от этого устали.